Небоскребы, небоскребы, а я маленькая такая и снимаю это видео с дубайского пляжа. Хочется поделиться своими впечатлениями об этой замечательной поездке, об этой замечательной стране, где можно классно совместить пляжный отдых, шопинг и, конечно же, посмотреть кучу-кучу интересных достопримечательностей. За эти 10 дней, конечно, я не смогла посетить все самые интересные места, но в этом ничего страшного я не вижу, так как кое-какие экскурсии я решила оставить для того, чтобы посетить их в следующий раз. Ну и, конечно же, покататься на Феррари, либо Ламборджини. Это тоже я непременно сделаю. Плюс здесь еще есть Дубай-Марина рядом с тем районом, где я сейчас нахожусь. Сокращенно JBR, это Jumeirah Beach Resort. Это один из таких тусовочных районов Дубая, где вечером, как я говорю, одна Ламборджини подгоняет Феррари. В общем, очень классно. На первой линии. Но, в принципе, можно выбрать и более бюджетный вариант, да, то есть поселиться чуть дальше от пляжа и, допустим, до моря добираться на метро. Метро здесь ходит классно, очень удобно. Цена одной поездки где-то 400 рублей, но можно купить абонемент, допустим, на неделю. Это будет более выгодно. Я посмотрела на букинги, то есть на 10 дней. Если это 2-3 звезды апартаменты, то можно забронировать где-то в районе 40 тысяч на двоих. Ну, плюс-минус, это вы сами, я думаю, без меня посмотрите, если кому интересно. Погода была шикарная, море теплейшее, чистейшее, пляжи тоже шикарные. Людей немного, конечно, связано с коронавирусом. Очень комфортно, поэтому если вы давно думали, поехать ли вам в Дубай, конечно же, сделайте это прямо сейчас, пока здесь еще не очень жарко. Вода сейчас где-то около 28-30 градусов, температура воздуха примерно 32-34 градуса. По поводу коронавируса есть отдельное, вернее, по поводу мер безопасности, есть отдельное мое видео, как можно проходить тестирование. Можете подписаться на мой канал, если вы здесь первый раз. И, конечно же, нажмите колокольчик, чтобы первыми увидеть мои новые видео. В общем, все здорово, вкусная еда, замечательные люди. Ну, естественно, индусы, конечно же, они на пляже всегда пристают к русским девушкам. Особенно у нас Наталья была блондинка, ей тут вообще прохода не давали. Ну, в целом, то есть они просто подходят, спрашивают, можно ли с вами познакомиться, сфотографироваться. Мы отвечали примерно, что мы не разговариваем по-английски, но и все, Дубай. Особо настойчивыми они не были. Очень безопасная страна. Все просто супер. Конечно, потрясающе отдохнули. Классное, отличное настроение. Я уже соскучилась по Сочи. Поняла, что у нас там тоже. Почти что уже Дубай. Тороплюсь сейчас уже на самолет. Спасибо всем, кто смотрит мой канал. Я всем передаю огромный привет. Очень соскучилась уже по вам. Целую, обнимаю. Увидимся с вами в Сочи.